Слово «Пасха» произошло из греческого языка и переводится как «избавление». Для верующих людей это значит, что воскрешение Иисуса Христа избавляет их от рабства греха. Поэтому Пасха – главный праздник христиан. В этот день мы собираемся, чтобы встретить поистине повторение, воспроизведение великого события, когда Господь Иисус Христос, Бог-человек, воскрес из мертвых и совоскресил этим нашу человеческую природу. Согласно Евангелию, Иисус воскрес рано утром воскресения, поэтому праздничная служба во всех православных храмах начинается вечером в субботу и продолжается всю ночь. На службу в храм царственных страстотерпцев пришли сотни саровчан. Для меня Пасха – это очень светлый праздник. Я считаю, что один из самых важных праздников в христианстве, в православном. Очищение, какая-то вот радость, какая-то вот... Ведь за нас, чтобы мы жили, как говорится, хорошо. Для меня это все. Это жизнь моя. Без Бога я не могу. Для спасения своей души, в первую очередь. И вот для воспитания нашего поколения. Традиционно в полночь субботы на воскресенье все желающие принимают участие в крестном ходе. Он прошел вокруг храма царственных страстотерпцев. После него верующие отправились в храм на праздничную службу. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.